Ветеранов органов внутренних дел и действующих сотрудников с профессиональным праздником Днем милиции поздравляют Совет ветеранов и руководство Лидского РОВД. Желаем никогда не чувствовать упадка сил, постоянно бороться за справедливость и честность в этом мире, передавать свои знания и навыки молодежи, защищать интересы страны, беречь счастье в сердце и патриотизм в душе, здоровья, мира и благополучия. Погоны золотые, отвага, честь и доблесть на плечах. Мне не забыть мгновения штурмовые, отчизне я служил не на речах. Все позади, тревоги и задания, подъем ночной и беготня. Со мной мои воспоминания, мундир в шкафу и тишина. Но пусть плавится лед, и не ловим мы звезд на погоны, но этот алмаз ничьей не украсит короны. И вряд ли поймет человек не из нашего круга, как грудью принять пулю, идущую в друга. И вряд ли поймет человек не из нашего круга, как грудью принять пулю, идущую в друга. Память выстроит в ряд всех друзей для меня, весь родной мой отряд, мы как прежде семья. И услышу порой, как бывало не раз: не сдавайся, браток, твердым будь, как алмаз. Но пусть плавится лед, и не ловим мы звезд на погоны, но этот алмаз ничьей не украсит короны. И вряд ли поймет человек не из нашего круга, как грудью принять пулю, идущую в друга. И вряд ли поймет человек не из нашего круга, как грудью принять пулю, идущую в друга. Заслуженная доблесть на плечах, вовеки не угаснет честь и вера. Отчизне служим мы не на речах, нам не забыть мгновения штурмовые. Ребята, пусть нас всех хранит Всевышний, вы для меня по-прежнему родные. Ведь офицеру не знакомо слово «бывший», но пусть плавится лед, и не ловим мы звезд на погоны. Но этот алмаз ничьей не украсит короны. И вряд ли поймет человек не из нашего круга, как грудью принять пулю, идущую в друга. И вряд ли поймет человек не из нашего круга, как грудью принять пулю, идущую в друга. Темы последних лет связаны с проявлением различного рода терроризма даже в самых далеких уголках наших.